Всем доброго времени суток, с вами, как всегда, Дезертир, и мы продолжаем. Так, ну, в общем-то, я вернулся. И вот мы можем поговорить с вот этим веселым чувачелой. Миранда Лоусон, офицер Цербера, эффективно, беспощадно одержим идеей превосходства людей, потенциальный кандидат на вербовку после убийства призрака и уничтожения Цербера. Доктор Морден Соулс, профессор, ранее работавший в Соларианской группе особого реагирования, впечатляющие рекомендации, модифицировал генофакт так, что процент смертности новорожденных кроганов достиг 99,9%. Сотрудничество с капитаном – очевидная попытка искупления вины. Джейкоб Тейлор, бывший солдат Альянса, обучен биотическим приемом, несмотря на бесспорную, беспорочную службу, явно приписан к отряду капитана для выравнивания фона взаимоотношений. Обладая чрезмерно развитыми биотическими способностями, записи боя показали, что желаемый результат на Праге достигнут, легко поддается манипуляции из-за эмоциональной нестабильности, полученной в результате длительных издевательств и изоляции в детстве. Заид Масани, основатель Синих Светил, утратил контроль над группировкой из-за недостаточных навыков межличностной коммуникации и политической прозорливости. Успешно выполнил большую часть заказов, даже находясь почти при смерти. Выполнил несколько поручений наших агентов, все улики и следы, ведущие от этих поручений к серому посреднику, ликвидированы. Гарус Вакариан, бывший офицер СБЦ, обладает исключительными тактическими и организаторскими способностями, в определенной мере находится в тени у капитана и под его командованием вряд ли сможет раскрыть свой потенциал полностью. Юстициар Самара. Азарий Юстициар довольно предсказуемо в предпринимаемых действиях и их результатах из-за следования строгому кодексу юстициаров. Мать трех Ардат Якши, одну из которых до сих пор разыскивают в пространстве цитадели за убийство. Касуми Гото. Опытный специалист по взломам и незаметным действиям. Сентиментально, импульсивно, любит рисковать, расследовать гибель любовника и связь со скандалом в Альянсе. Тейн Криус, дрел-убийца. Достиг высоких результатов в обучающих программах Ханаров. Ответственный за одночасовую резню на Омеге. Болен запущенной формой синдрома Кепраля, из-за чего немедленная нейтрализация не требуется. Грюнт. Прототип, выращенный Акиром, по-видимому, не представляет большей угрозы существованию генофага, но желательно выдать информацию об идеальном крогане соларианской группе особого реагирования. Цербер. Агентство наемников с девизом «Прогресс человечества» основано в 2157 году, действует в системах Цитадели и Терминус. Проповедует идею превосходства человеческой расы. Признано террористической угрозой как Альянсом систем, так и Советом Цитадели. Что со мной сегодня не так? Я почему-то хреново читаю. Потеря денежных средств, вызванная прямым участием призраков с восстановлением тела капитана Шепарда, компенсировано ценными данными, добытыми в ходе проекта «Лазарь», воздержаться от ответственных мер до того, как будет подтверждено полное восстановление Шепарда один год после оживления. Капитан Бейли. Капитан СБЦ пережил атаку жнеца над цитадели, предпочитает расправляться с преступными элементами района Зикарра неофициально. Открывает богатые возможности для шантажа. Ариэта Лок. Фактически лидер Омеги, 300-летний опыт службы десантницы, равнодушно, параноидально, обладает исключительными организационными и управленческими способностями. Капитан Дэвид Андерсон. Капитан Дэвид Андерсон, отвергнутый кандидат в спектры, до разрушения первого корабля Нормандии, близко сотрудничал с капитаном Шепард. Проверить каналы связи на предмет восстановления контактов с Шепард. Адмирал Стивен Хэкетт. Командир 5-го флота Альянса до уничтожения Нормандии работал с капитаном Шепардом. Через 2 месяца его помощника должен сменить наш агент. Серый посредник. Засекречено. А вот можно проверить почтовый архив там, да, как бы и так далее. От агент Келчу. По вашему указанию мы высадились на планете Ягов
и выбрали там образец для изучения. Перед тем, как найти Яга, который согласится покинуть планету, нам пришлось убить нескольких его сородичей. Остается надеяться, что с отобранным Ягом договориться проще. Тем не менее, обращаться с ним следует осторожно. Эти создания могут быть превосходными десантниками или телохранителями, но их дикость превышает даже кроганскую. Насколько мы понимаем, это части культуры. Они необычные мордовороты. Как большинство кроганов. Тот, которого мы нашли, учится почти так же быстро, как соларианцы. Он может быть опаснее, чем вы думаете. Как Кечлу, ты будешь командовать ударными отрядами, чтобы собирать... Так, все. А, нет, пропустил, простите. Так, если ты, мой юный друг, читаешь это письмо, значит, ты устранил бывшего агента Кетчелу и занял его место. За последние месяцы ты развивался так быстро, что я ни за что не поверил бы в это. Если бы не видел все лично, ты уже свободно понимаешь 17 языков, а по способностям предвидеть политику превзошел некоторых моих лучших агентов. Как Кечлу, ты будешь командовать ударными отрядами, чтобы собрать разведданные и нейтрализовывать потенциальную угрозу. Вспомни все, чему я тебя учил. Если потеряешь терпение, потеряешь и свой драгоценный разум, а значит и верность бойцов. Серый посредник ведет тех, кто ищет тайны. Он должен пользоваться доверием подопечных, чтобы в свою очередь доверять им. Собирать знания – почетная задача, а я уверен, что страстно желающий покинуть свою планету, чтобы узнать, что ждет тебя за ее пределами, понимаешь это как никто другой. Пожалуйста, держи меня в курсе происходящего, Кечлу, и знай, я тобой горжусь. От серого посредника. Немедленно устранить агента Кечлу, он слишком опасен, чтобы оставлять его в живых. В бой вступать только при численном превосходстве. В иных случаях менять все коды доступа и наблюдения. Со мной на связь не выходить. Кечлу не должен получить доступ к конец сообщения. Серый посредник. Агент Кечлу больше не представляет опасности. Прекратить смену кодов. Продолжить работу в обычном режиме. К концу следующего солнечных суток мне нужны отчеты о всех проходящих операциях. Конец связи. Вы поняли, что сделалось? Да, произошла замена его на... Точнее, серого посредника на него. Также можно посмотреть по каждому, да, вот... личные переписки, все вот эти вот, это можно все посмотреть, почитать, если кому будет интересно, я это как-нибудь отдельно в видео сделаю, потому что потом, в общем, пока не буду. На крайней системе Терминус пиратский флот собирается напасть на отдельные колонии Альянса. Предупредите о готовящемся нападении адмирала Хакета. Предупредите. Бюрократическая волокита. Фонд Сирта не может начать испытание нового перспективного антибиотика из-за ошибки в оформлении документов. Воспользуйтесь своими связями, чтобы помочь фонду переопределить бюрократическую волокиту и начать клинические исследования. Без проблем. Дискредитация. Продажный политик пытается обложить большим налогом завозимые в его систему товары земного производства в обмен на откаты от местных бизнесменов. Разрушьте репутацию политика компании по дискредитации, чтобы его предложение не прошло. И справедливая награда. Наемники из отряда затмения тайно установили на планете Куэр завод по производству красного песка. Сообщите местным властям о заводе в обмен на половину всех денег, которые они конфискуют при облаве. Дянь-дянь. Вот, очень... Ну, то есть мы от всего вот того, что мы сейчас сделали, мы очень-очень-очень-очень-очень много получим плюсов разных. Видите, как здесь красиво? Классно, да? Вот, мы взяли с собой модель корабля серого посредника. Нет приложения продажи информации о местонахождении. Разведка. Что у нас здесь еще есть? Там, по-моему, там что-то еще было такое интересное. На корабле серого посредника очень много всяких этих. Повышение квалификации. Распределить очки умения для выбранного персонажа заново. То есть, если вы там недовольны, как вы их распределили, вы можете их переделать. Шкаф для брони, вы можете поменять внешний вид своей брони. Тип брони, соответственно, да. То есть, ну, на какой-то вот такой, например, который у нас там есть Dragon Age и прочие, прочие, прочие. Я единственное, наверное, знаете, что сделаю, это изменю... цвет на черный. Во, вот так прикольнее выглядит, по-моему. Что-то мне не нравится цвет узора. Давайте сделаем из него такой серенький.
вот так вот, прикольно выглядит, да? По-моему, да. Ладно, давайте посмотрим, что здесь еще в улучшениях есть. Вот у нас есть улучшение оружия. Естественно, это винтовка. То, что вот мы хотели. Естественно, это крупнокалиберные пистолеты. У меня там миллионы уже этих ресурсов. Мне нафиг ничего не надо. Все есть. Вон, видите, там 1 245 000. Насобирал на планетах, уже нафиг ничего не надо. Улучшение брони, естественно, защита от урона. Предпоследнее. И в прототипах, по-моему, интенсивно, да, тоже, видите, ничего нового здесь мы не купим. А здесь... музыкальный блок данных. Также здесь есть Ферн, с ним тоже можно поговорить. Shepard, glad you stopped by. We don't get many visitors. Take it easy. You've been through a lot. You're probably right. I never did say thanks for the rescue. Liara never gave up on you, Farron. I just helped. I'm still amazed Liara came for me. I'll never forget what either of you did. I can log that in the archives for you, sir. I see you met the secretary. For 2 years, Liara didn't stop looking for you. You two must have been close. She's a good friend. Better than I deserve. How do you think Liara's doing as the new Shadow Broker? Operations are almost fully recovered after a slight dip in efficiency. Ever since we repaired the network, Liara's been glued to the archives. I caught her sleeping at her desk more than once. She's busy, but I think she likes it that way. Are you holding up, Farron? I'll be all right. I wasn't always strapped into that interrogation chair. Drell can mentally escape into old memories. It came in handy on the bad days. How many times did the Shadow Broker hook you up to that contraption? A lot. It gets fuzzy. He made the guards watch, as an example. What will you do now that you're a free man? I want to help Liara rebuild this place. But after that... Your schedule's getting full, sir. Let me sync it to your Omni-tool. No thanks, I'm fine. How did you and Liara both end up looking for my body? Cerberus headhunted me and Liara to steal your body from the Shadow Broker. I was working for the Broker at the time, and he's the one who scraped up your remains in the first place. What turned you against the Shadow Broker? He started working for the Collectors. You weren't their first victim. I am... was an information trader, not a slaver. Looks like you've made a friend. The drone follows everyone. I don't know why the Broker kept it around. I'm a shell for a specialized data processing VI, custom built to your specifications, Shadow Broker. It helps coordinate the network's massive information feeds, but it could use a different interface tone. You deemed my default personality sufficient for your needs, Shadow Broker. I wish it would stop calling me that. Take it easy, Farron. Thanks. Ну да. На самом деле он может действительно вести себя немножко иначе. Ну да ладно. Здесь еще видеоархив есть. What does this console do? This is the video surveillance access point. I've queued up the archive footage you requested on your last visit, Shadow Broker. Remember, you can zoom in for more detailed viewing and can pause anytime during playback. Aria Talok, Omega. Так, посмотрим. Emily Wong, Citadel. Ну, я так понимаю, это та долбанутая на всю голову репортерша. Фред Мазай, Citadel. Донел Удина, Citadel. Старый друг. Ой-ой-ой-ой-ой, какие мы злые-то, а? Армандо Бейли, Citadel. Бедняга просто сидит и ничем не занят.
Я понял. Дэвид Андерсон, Citadel. Встречается с агентом Цербера? Андерсон. Возможно, чтобы передать нам какое-то послание, как вариант. А может, еще что-то. Омега. Ух ты ж. Калиса бинт Синан Алджилани. Ой, нет, извините, это вот она, это та дура, которая всех доставала, простите, та была нормальной репортершей. Ой, радости-то сколько! Keeper 20, Citadel. Мертвый Кроган? Matriarch Athita, Ilium. Erdnot Torsk, Tachanka. Ну, видимо, месть за то, что они сделали с ними. Elias Kellum, Omega. Какой ужасный чувак. И спокойно пошел себе так вообще, да. Jacob Taylor, Normandy, SR2. Да ладно, то есть серый посредник наблюдал за нами? Subject Zero, Purgatory. Ship now defunct. Aria Talok, Omega. Ну, дальше вы видели. Да, надо будет проверить, не появились ли новые ролики. Ты что ко мне привязался? Глупый дрон. И не серый посредник. Ну, хотя он нас в любом случае будет считать серым посредником, да ладно. У нас есть технология улучшения снайперской винтовки, И доставка там была... Блин, я нажал получить все. Там была, короче, доставка нулевого элемента. 1200 нулевого элемента. Можем тут же улучшение снайперской винтовки. Тярень. Теперь у нас винтовка наносит прям, ух, хорошо. How are you doing, Liara? I'm a bit overwhelmed, to be honest. The Shadow Broker had more resources than you can imagine. Here, come on over. He had top-level access to the Turian and Asari governments. And more than one Solarian Dalatros traded intel. And now it's ours. You're not gonna turn into a recluse with creepy information on everyone in the galaxy, are you? I can understand the temptation. I've got all the secrets of the galaxy at my fingertips. Give me 10 minutes and I could start a war. But I've got a purpose. Helping you stop the Reapers. That will keep me honest. You know, relatively speaking. If you're in over your head, we could just crash this thing and walk away. That's just it. In a way, I feel like I belong here. Working on my own, I was always hunting for leads. With the Shadow Broker's resources, it's about organizing, cataloging. I've got everything, Shepard. This is a dream job. Although, the location could be better. Have you found anything useful yet? The Shadow Broker knew about the Reapers. Perhaps that's why he offered to help prove Saren's guilt to the Council. He didn't want Saren to succeed. He also knew that the Collectors were Protheans, repurposed to be Harbinger's puppets. There's even some data on the Protheans. I think he knew what was coming and was looking for a way to survive. Why was he still looking at Protheans? They gave us the warning and the conduit at Ilos, but we've used those. The Shadow Broker seemed to think there was more out there. Perhaps the Protheans had other plans. Or maybe he was just grasping at anything that offered some hope. How'd you know what the Shadow Broker was? I didn't. I had no idea what to expect when we finally found him. But I researched pre-spaceflight cultures during some of my Prothean studies.
I know a bit about the Yogg. There's more on the terminals if you want to look. They're a fascinating culture, and a terrifying one. How's Farron doing? As well as you'd expect, after 2 years of intermittent torture. He gonna be okay? I don't know. He wants to work, so I'm letting him help. Maybe it takes his mind off it. So, you and Farron? We're just friends. Commander, are you jealous? If you're concerned, maybe you should do something about it. You know, I didn't come down here just to talk about Data. I know. We have some unfinished business. But just because we were together before, I miss you. But it's been 2 years. I don't want to put pressure on you. Okay. Let's give it some time, then. For now, what if you came back to the Normandy for a drink? I'd like that. Good. Get your things and come on up. Okay, thanks. I'll be right there. Just give me a minute. Did you enjoy the tour? Yes, it's a beautiful ship, and I ran into Joker. He seemed happy to see me. Although he did ask if you and I would be acting out scenes from some vid called Vanya. Of course he did. I also spoke with Dr. Chakwas. I'm glad she's doing well. I brought you something. It took some digging, but I recovered your tags. I thought I'd never see these again. They changed hands more than once. Do you remember Admiral Hackett? He gave them to me so I could return them to you. He sends his best and hopes you're okay. So, how are you doing, Shepard? I mean, really. Not what you tell your squad to keep morale up. Between you and me, I have no idea how we're gonna do this. I'm doing everything I can, but... You've done more than most. There wouldn't be a man, woman, or child left on Horizon, if not for you. I saved some of them. Not enough. And the Collectors will keep hitting colonies until I stop them. So, you'll stop them. And here I thought it'd be difficult. You'll get the job done. You always do. I just don't know what comes next. So tell me what you want. What are you fighting for? I guess I'm fighting for us. All of us. That's a lot of responsibility. People are messy, awkward, sometimes selfish or cruel. But they're trying, and I'm gonna make sure they have a chance. I hope the galaxy proves itself worthy of the effort you're putting into saving it. I should get back to my base, but thanks for inviting me up, Shepard. Come back soon. Как-то вот так вот, собственно, даже не знаю, что сказать по этому поводу. Вот. Ну, давайте наконец-то прогуляемся по нашему кораблю и посмотрим почту. Commander, you've received a new message at your private terminal. Вот об этом я и говорю. А, статус команды. А, не хватает еще двух человек в отряде. По улучшениям у нас, по-моему, пока ничего такого нет. Ладно.
Спасибо за помощь, Элизабет Бэйн. Здравствуйте, Шепард. Я слышал о том, что вы сделали на Илюме, и хочу еще раз поблагодарить вас за помощь Надежде Джу. Здесь сейчас не жизнь, скорее выживание. Большинство работников экзогении покинуло колонию, но я старалась... Но я осталась, чтобы выполнить функции атташе и убедиться, что от Трианина ничего не осталось. Нельзя, чтобы такое повторилось здесь снова. И еще, мне очень жаль, что я стреляла в вас. Я наверняка уже говорил об этом вам, но хочу извиниться еще раз. Удачи вам и спасибо за помощь. Надежда Джу жива благодаря вашим стараниям. Искренне ваша, Элизабет Бэйнем. Я еще жива, детектив Аная. Здравствуйте, капитан. Не уверена, что это письмо дойдет до вас, но все же хочу еще раз поблагодарить вас за помощь с Самарой. Наемники из затмения теперь притихли, и мое начальство тоже. Не знаю, связано ли одно с другим, но надеюсь, что когда я встречусь с Тицуаро в следующий раз, сумею отнестись к ней с должным уважением. До сих пор не могу поверить, что расследовало дело с юстициаром. Повезло же вам. Если я узнаю что-нибудь еще по ее вопросам, то дам ей знать. Спасибо, детектив Аная, полиция Илюма. И вы изменили мою жизнь. Джейрд. Здравствуйте, капитан Шепард. Ваш адрес дала мне Лиара Тессони. Я работаю уборщиком в башнях Дантиус. Вы помогли мне выбраться оттуда. Тессони говорит, что вы еще нашли там Тейна. Он убрал наемников из затмения, которые пытались нас подстрелить. И хочу узнать, не могли бы вы передать ему мою благодарность? Он так двигался. Первый враг был мертв прежде, чем они вообще поняли, что происходит. Потом он свернул шею второму, потом застрелил третьего. И на все про... Все от силы несколько секунд. Невероятно, он... Постоянно двигался, словно в танце, и каждое его движение было столько силы грации. С тех пор, как я увидел его, моя жизнь изменилась. Во мне пробудилось что-то, чего я до сих пор не осознаю полностью. Я не знаю, что буду делать дальше, но знаю точно, соларианская жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на подметание полов, особенно когда вокруг так много возможностей. Я хочу найти себе занятие, благодаря которому стану таким, как он, обрету такую же красоту и эстетическое совершенство движений, а еще я куплю себе хорошую одежду. Так вот, если бы вы могли передать ему мое сообщение или те его части, которые сочтете нужным, я был бы вам очень признателен. Искренне ваш, Джейрд. Вот как-то так. Вроде все. There is nothing more absolute than the oath of an Asari Justicar. You did well getting Samara on our side. She is so elegant and gorgeous. Too bad her manner is just so cold. I didn't recruit her for her looks. The Normandy already has you, Kelly. You are just too sweet. Anyway, what's up? That'll be all. Good luck out there, Shepard. Guys. Так вот, надо будет пообщаться как раз с ребятами. Я не помню, кто у нас здесь сидит, но точно, по-моему, не здесь. Точно, по-моему, не здесь. Здесь можно тупо поговорить с Джейкобом. Джейкоб нам нового ничего не скажет, потому что, собственно, зачем ему что-то говорить? Он так все говорил уже. Давно мы не были у нашего друга на мостике. Вдруг он знает что-то интересненькое. Потому что Джокер, он всегда веселый. Посмотрим, что он скажет. Commander, I assume everything's going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. That's it for now. See you, Commander. Чё-то как-то не очень. По-моему, он это уже говорил, и, по-моему, он его уже ломал. Значит, едем в лифт. Бежим. В лифт. И едем на другой этаж какой-нибудь. Samara wants a moment with you, Commander. Самара хочет меня? Даже не знаю. Ну, давайте тогда посмотрим, где у нас Самара. Так, Самара как раз находится вот здесь. Джек Грюндзаид. Здесь новых нету. И, наверное, мы поедем к Самаре в таком случае. Планеты я вроде бы все исследовал. Система жизнеобеспечения. Здесь у нас Тейн. Потому что здесь довольно сухо. Хорошо, приятно, все дела. Шепард. I mentioned when we met on Ilium that I was dying. It's called Kepril's syndrome. It's not communicable, but I have less than a year to live. Are you feeling sick? I could get the doctor. No, no. Though I suppose that is a part of it. My mortality has me dwelling on things. I had a family once. I still have a son.
His name is Kolgat. I haven't seen him for a very long time. How long's it been since you talked? 10 years. He showed me some of his schoolwork and asked if we could dance crazy. We did that when he was younger. What sort of dance is that? I checked my extranet contacts. I expect an update on my next target. The console plays music, old, unfashionable. Kolyat jumps into the room. My father runs around in circles. I scoop him up, toss him into the air. He shrieks, laughs, spin me. The console beeps. I put him down, click the message. Father, he pleads, tugs my sleeve. I need to read this, I say. I don't look at him. Did something happen to them? I abandoned them. Oh, not all at once. Nothing dramatic, no sneaking out in the middle of the night, no final argument or slammed door. I just did my job. I hunted and killed across the galaxy. Away on business, my wife would tell people. I was always away on business. No. You never mentioned this before. Why now? When my wife departed from her body, I attended to that issue. I left Kolyat in the care of his aunts and uncles. I have not seen him or talked to him since. That's not the choice I expected. Why didn't you raise him yourself? My body is blessed with the skills to take life. The Hanar honed them in me. I have few others. I didn't want that life for Kolyat. I hoped he would find his own way. If he hated me, so be it. He would not have shared the path of sin. I used my contacts to trace Kolyat. He has become disconnected. He does what his body wills. You'll have to explain that one to me. Disconnected. The body is not our true self. The soul is. Body and soul work as one in a whole person. When the soul is weakened by despair or fear, when the body is ill or injured, the individual is disconnected. No longer whole. What's wrong with him? Is he hurt? Something happened that should not have. He knows where I've been, what I've done. I don't know his reasons, but he has gone to the Citadel. He's taken a job as a hitman. I would like your help to stop him. This is not a path he should walk. You don't hire a raw rookie for a contract killing. I'm afraid someone may have seen we share a name and assumed we share skills. I don't know why he would accept the task. To be closer to you, maybe? That thought haunts me more than any other. Maybe he name-dropped you to get hired. It's possible, but I don't think so. It doesn't seem right. My name. He should not respect it. Thane, I don't have your contacts, and I don't have your tracking skills. Why do you need my help for this? I don't need your help. I want it. The last time I saw my son, they wrapped her body in sea vines. Weighted it with stones. He tries to pull from me. Calls for her. The Hanar lift her off the platform. They sing like bells. The fire has gone to be kindled anew. He begs them not to take her away. They let her body slide into the water. He hits me. Don't let them! Stop them! Why weren't you? It rains. It always rains on Kaje. Warm water pours down his face. I didn't mean to make you relive that. Perfect memory. It is sometimes a burden. What made him go to the Citadel? Years ago, I prepared a package for him. A relic of my ill-spent life. I had Volus bankers store it, and arranged for delivery when I died. He acquired it early. I don't really know how. I did wet work on the Citadel around the time his mother died. That may be why he went there. I'll get us to the Citadel as soon as possible. Thank you, Shepard. I'll be meditating until you need me. Ну что ж, мы получили от него задание. Это уже приятно. Так, тут туалет. Тут тоже. Вы что-нибудь новое скажете? What's wrong? They lost contact with New Canton. Might be the collectors. Did your family get out of there? I don't know. There's no communications yet. I'm sure they're safe. You'll see. Я бы не был так уверен в этом. Ну, на самом деле, это плохо. Надо будет поспешить все-таки. И, естественно, Самара. Ну, которой здесь вообще фактически ни хрена нет, кроме Сьюзи. What's this area of the ship? This is one of the ship's observation decks. They provide a sweeping outside view for off-duty personnel.
This room is a structural weakness. Any transparent material is weaker than our armor. The elusive man predicted you would object. In combat, the observation rooms are sealed and depressurized. Sheets of ablative armor are extended to cover the windows. Все же призрак не такой дурак. I am glad I joined your team. It has been too long since I traveled with companions. When the time comes, I will do whatever is necessary. You're an important part of this crew, Samara. It is my honor. Also, there is a matter I need to discuss. When we met on Ilium, I told you about a very dangerous person I was pursuing. Using the information you obtained, I have located her. She's been going by the name Morinth. I would like to apprehend her before she disappears again. Didn't you say you'd pick up her trail after our mission? I know where she is, right now. In a month, she may be gone. This is the best opportunity I've ever had. Where is she? Omega. A nightclub called Afterlife, which seems a perfect place for her to hunt. How important is this? Killing her has been my focus for 400 years. It is the most important thing in my life, and the reason I became a Justicar. Tell me about her. She is an Ardat Yakshi. It is a term from a dead Asari dialect. It means demon of the night winds, but that is mythology. She is simply a very dangerous woman who kills without mercy. So is an Ardat Yakshi a special kind of murderer? Morinth suffers a rare genetic disorder. When she mates with you, there is no gentle melding of nervous systems. She overpowers yours, burns it out, hemorrhages your brain. You end up a mindless shell, and soon after, you are dead. Why isn't this ever mentioned in Asari literature or art? When we were primitive, there was much fascination with Ardat Yakshi. Some cultures worshipped them as gods of destruction. Now the Asari have a place in the galaxy, and they don't wish this defect to be widely known. As far as I know, only three exist today. Two chose a life of seclusion. The third ran. Morinth. She ran, and I am sworn to kill her. I don't know that I blame her for running. When she fled, she proved her addiction. She was not taking a great moral stand. She simply wants to keep killing. She is a tragic figure, but not a sympathetic one. Can't she abstain? Each encounter gives her strength. The effect is narcotic. The more she does it, the more she needs to do it. She will never stop. She can't. So you hunt down these Asari just because they're born with a genetic condition? It manifests with maturity. When one is diagnosed, she is offered the chance to live in seclusion and comfort. If she refuses, it shows her addiction to the ecstasy she gets from killing her mates. There is no redemption for such a person. They have to choose between prison and death. It is an addictive condition. Remember how adaptive we are. If Morinth does not want to be cured, she won't be. This is definitely worthy of your full attention. She confuses her victims, twists their feelings. They will do anything for her favor. We need to stop her. Thank you, Commander. There are no words to express what this means to me. There is one thing more. This creature, this monster. She is my daughter. You said this is genetic. How many children do you have? Three. And three Ardat Yakshi are in existence today. It is as it sounds. Morinth was always the wild one. She was happy and free, but selfish. I cannot imagine what this is like for you. I do not want pity, Shepard. I do not accept it. My daughter's condition is my fault, and my redemption lies in killing her. Do not pity me. Simply understand my situation. How did all this happen? I spent my youth on the move, adventuring. I killed people, mated with them, or just danced the night away. I learned so much, experienced so much, and then my matron days came. I could finally sit back, bask, and enjoy my family. But in one moment, it was all taken away. Sounds terrible. I sat in a med lab while a nearsighted doctor droned at me. And I learned that nothing was as I thought it would be. I gave up all that I possessed. I own nothing, claim nothing. All my knowledge will die with me.
Now my purpose is to destroy my own children. Those moments change you. And I've hundreds of years left to live with that. I say too much. Forgive me. Help me find my long-lost daughter. And kill her. We'll go find Morinth. Ну, как-то вот так вот, собственно. Не очень-то круто. Все это дело. Ладно. Давайте поговорим с Чакос. How may I help you, Commander? Шансы на выживание малые. Так, мы, в принципе, говорили later, уже с ней по всем Commander. Поводам и без поводов. А это ядро ИИ. Все еще закрыт. Так, надо поговорить с нашей подругой и на этом, наверное, серию уже закончить. If we have time, I'd like to go to Ilium and relocate my sister's family. Can you tell me more about relocating your sister? My father is after my sister. I've kept her hidden for years, but his agents have tracked her to Ilium. I need to help her. You remember what I told you about father? Building a dynasty? There was another reason I went to Cerberus for protection. I have a sister, a twin, and he's still hunting her. Cerberus has kept her safe, until now. She's living a normal life on Ilium, safe and hidden from my father. So you think your father's tracked her down? Precisely, Commander. My sources indicate he knows that she's on Ilium. I've tried to keep her hidden without impacting her life, but I'm out of options. He's too close. I need to relocate my sister's family before it's too late. What do you know about your sister? She's my genetic twin. We're identical. But she deserves a normal life, and she's going to get it no matter what. What do you need me to do? My father is extremely persistent. I'd like to go to Ilium when Cerberus is moving the family to make sure none of his agents get too close. My contact's name is Lantea. She'll be waiting for us in the lounge near the Nos Astra docking bay. Вот. Значит, я правильно помню, что к Лантее надо вот этой подойти. Но это будет уже, дорогие мои друзья, в следующей серии. А в этой серии, соответственно, мы уже этого не увидим. Поэтому всем спасибо за внимание и пока-пока, дорогие друзья. Рад был вас видеть. Надеюсь, вам понравилась эта серия.